Добрый день, дорогие зрители канала «Нестандартные коты». Сегодня мы в гостях у тигра Саймона из зоопарка Минска. Совсем недавно Саймон сидел в вольере вместе со своей тигрицей Тамути. А потом их по какой-то причине разлучили, и Саймон остался совсем один. Хотя и принято считать, что тигры по природе своей животные-одиночки, но Саймону в данном случае совсем не нравится быть очень одиноким тигром. Он просто не находит себе места. Теперь большую часть времени Саймон проводит возле перегородки, разделяющую его вольер с вольером Тамути. Иногда он рычит, призывая любимую. Иногда просто пытается высмотреть ее в соседнем вольере. А иногда просто спит возле перегородки, словно старый, верный, преданный кот. Интересно, что сама Тамути не особенно расстраивается из-за разлуки. Она спокойно наслаждается послеобеденным сном. Что-то в тигрином царстве вдруг изменилось. Тигр Саймон явно забеспокоился. Он внезапно вскочил со своего места и начал обходить свои владения. Вот он какой, Саймон, вблизи. А эта тигрица Тамути тоже проснулась. Явно очень нервничает, кружится на одном месте. Вот она насторожилась и наблюдает через перегородку, как тигра Саймона кипер заманивает в укрытие, в пещеру, которую потом можно запереть. Так что же все-таки происходит? Тамути пытается разглядеть. А вот оно что. Сегодня же день тигра. И это тигру Саймону принесли подарок. Показательное кормление. Вон курочку ложит ему на ступеньку. Вот и Саймон, которого выпустили из его пещерки. Конечно, он чует запах говядины, которая находится в коробке, курочки, но как-то кушать не спешит. Ну, лежит себе курочка, как бы и лежит. Я не я, и курица не моя. Ну, лежит себе и ладно. Мол, что я какой-то курицы не видел? Кошку ухаживает и добычу тоже ухаживает, можно сказать. Ну, лежит курица, лежит. Ну, наконец-то, ленивым движением курица взята, и Саймон пошел кушать. А в коробке осталась лежать говядина. Это Тамути, хотя она поела раньше Саймона. Ну, наверное, тоже не отказалась бы от показательного приношения. Саймон съел курочку и возвращается назад к коробке. Ну, кажется, ему уже одной курицы хватило. Говяжья нога его не интересует. Неужели сыт и больше ничего есть не будет? Вообще-то тиграм полагается в день 10 килограмм мяса. Но Саймону кажется без разницы, что ему там полагается, а что нет. Кушать он больше не хочет.
он возвращается на свое обычное место – пункт наблюдения за Дамути. А дама его сердца решила принять ванну. Вот и Саймон наблюдает за ее водными процедурами. Все, купание закончено. Да, похоже, тиграм очень хочется быть вместе. Они кружатся возле перегородки, исполняя своеобразный танец. А Саймон по-прежнему равнодушен к еде. Ему нужна его Дамути. И он снова занимает свой пост возле ее вольера. Будем надеяться, что через какое-то время тигров опять соединят вместе. Хотя в природе они считаются одиночными животными, но Дамути и Саймон явно составляют пару.